Теремок ТВ. Рады с вами поиграть. Хотим мы много нового ребятам рассказать. О цифрах и зверятах хотим вам песню спеть. Зовем мы вас, ребята, мультфильм наш посмотреть. Биби-знайки. Здравствуйте, наши любимые Биби-знайки! В прошлый раз мы выучили цифру 3 и нашли 3 носорогов. Давайте повторим. Это цифра 3 и 3 носорога. Но не время останавливаться! Сбежали 4 тигра! Давайте поможем смотрителю и попробуем узнать, куда же они спрятались. Зверя найти, в зоопарк вернуть их всех от 1 до 10. Их потом пересчитаем, чтобы цифры лучше знать. Всех зверят найдем и вместе мы научимся считать. Их потом пересчитаем, чтобы цифры лучше знать. Всех зверят найдем и вместе мы научимся считать. Смотрите, ребята, это цифра 4. Давайте постараемся запомнить ее. Запомнили? Да! Замечательно! Посмотрите, тут 4 тигра. Сколько тигров вы видите? Правильно, ребята! Ура! На картинке нарисовано 4 тигра. Замечательно! Тогда продолжим. Да! Четыре и одна палочка и часть угла. Важно помнить нам, друзья, без нее никак нельзя. Четыре тигра здесь в траве соревновались в мастерстве. Тигров целая семья, как же весело, друзья. А теперь поиграем. Это цифра 4. Найдите кубик, где нарисованы 4 тигра. Посмотрите внимательно. Готовы? Правильно! Здесь нарисовано 4 тигра. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4. Молодцы! Повторим? Вот новая пара кубиков. Скажите, где нарисована цифра 4? Правильно! На этом кубике нарисована цифра 4. Запомнили? Замечательно! Разбежались все зверята, но смотритель не грустит. Ведь помогут Биби-знайки всех зверей ему найти. Цифры выучим мы вместе, будем весело играть. Всех зверей вернем на место и научимся считать. Цифры выучим мы вместе, будем весело играть. Всех зверей вернем на место и научимся считать. Отличная работа, Биби-знайки! Мы выучили цифру 4. Теперь все 4 тигра снова в вольере.
Спасибо вам, Биби Знайки, и до новых встреч! Здравствуйте, ребята! Мы с Биби Знайками уже выучили цифру 2 и узнали, где прятались два слона. Давайте повторим. Это цифра 2 и два слона. Замечательно! Но не всех зверей мы пока нашли. Куда же убежали три носорога? Чтобы цифры лучше знать, всех зверят найдем и вместе мы научимся считать. Их потом пересчитаем, чтобы цифры лучше знать, всех зверят найдем и вместе мы научимся считать. Смотрите, ребята, это цифра 3. Давайте постараемся запомнить ее. 3. Запомнили? Да! Отлично! Посмотрите, это 3 больших носорога. Ого! Сколько носорогов вы видите? Правильно, ребята. Ура! На картинке нарисовано 3 носорога. Запомнили? Замечательно, ребята. Тогда продолжим. Ура! Цифра 3, смотри, какая. Вместе два крючка сплетаем. Счет мы с вами продолжаем. Без нее никак нельзя. Вот носороги отдыхают. Ровно 3 их посчитаем. Цифру 3 запоминаем. А теперь давайте поиграем. Это цифра 3. Найдите кубик, где нарисовано 3 носорога. Посмотрите внимательно. Готовы? Правильно, здесь нарисовано 3 носорога. Давайте посчитаем их. 1, 2, 3. Замечательно! Повторим? Вот новая пара кубиков. Скажите, где нарисована цифра 3? Правильно! На этом кубике нарисована цифра 3. Запомнили? Молодцы! Разбежались все зверята, но смотритель не грустит, ведь помогут Биби Знайки всех зверей ему найти. Цифры выучим мы вместе, будем весело играть, всех зверей вернем на место и научимся считать. Цифры выучим мы вместе, будем весело играть, всех зверей вернем на место и научимся считать. Замечательно, ребята! Мы с Биби Знайками выучили цифру 3. Теперь все 3 носорога снова в вольере. Спасибо вам, Биби Знайки, и до новых встреч!